И сегодня у нас в гостях участник проекта «Теперь ты в теме 2» Виктор Ионов. Здорово. Расскажи чуть-чуть про свои тренировки и вообще, как ты дошел до такой формы, которой стало достаточно, чтобы попасть в проект «Теперь ты в теме 2». Занимался я усиленно, изначально готовился к соревнованиям примерно 2 года, набрал за 2 года около 20 килограмм, а за период юншоу где-то набрал немного, килограмм полтора, может даже 2, и подсок. В принципе, тренировки 4-5 силовых и каждый день кардио с утра, вот что же будет в течение часа. Ну и иногда, если там возможность, если желание, еще и вечером могу сделать перед тренировкой в день. А на проект попал, ну, говорю, я сомневался в своих силах, так сказать. Но получилось так, что я прошел и прошел почти до финала. Скоро у нас будет финал и будет еще один будет, посмотрим, кто вылетит. На соревнования осталось меньше 3 недель. Выступать в любом случае буду, даже если не останусь в проекте. А там дальше посмотрим. Нормально. Ну, на протеинах, да, поднялся. Ты еще работаешь в магазине спортивного питания, насколько видно. Вот, все вот эти вот вредные вещества, да? Которые бьют по печени. Ага, и дают тебе нормально жить. Вот. Спать много, да. Расскажи, вот как продается в магазине, самые интересные вопросы от представителей россиянства и так далее, которые приходят и говорят, дайте что-нибудь, чтобы бицепс как голова стал. Ну, самые интересные вопросы такие. Первое, непосредственно меня удивляют мужчины уже такого, так сказать, состоятельного возраста, 30-35+, которые неопределенные в своем выборе и просят, чтобы я им подсказал, какого цвета ему лучше взять шейкер. Так, потом есть люди, например, постоянно приходят за таблетками, чтобы накачаться. Постоянно говорю, что ничего не выйдет. Ну так в итоге какие таблетки-то надо есть, чтобы бицуха выросла? Конкретно бицуха? Одна на правой руке, допустим. Ну, гречка, наверное, с мясом все-таки самый лучший набор будет. С курицей лучше или все-таки с говядиной? Джушку. Лучше микс. То есть по кусочку отрезать и сварить вместе? Да, да. Все в одну кастрюлю вместе с гречкой. А макароны нельзя такое добавить? Только если строится. Отлично. То есть сегодня спортивное питание можно заменить миксом с гречкой. Гречка, курица и гречка. Нет, ну без прота и БЦ на самом деле это самое основное компонент, без прота невозможно. Но если еще в процессе подготовки, соревнования, то обязательно витамины, мышцы, омега, корнитин, жиросжигатель, ну много чего. Можешь дать какой-нибудь совет нашим начинающим спортсменам, которые подписались наконец-то на панк-джим и решили заняться спортом? В первую очередь могу дать совет, это правильно наладить питание и тренировки. Потом уже бежать за бар. Как эти, дайте мне что-нибудь, что позволит мне сразу сбросить и набрать мышечную массу. Самое главное, чтобы именно в животе сбросить. Да, да. И самое главное, чтобы сбросить, это надо было за март. Потому что апрель-май